Вы смотрите обзор товара Капран 4 дюйма трекинговая палатка. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Капран 4. Двухслойная палатка с большим тамбуром и двумя входами в тамбур. Дюрапуловые дуги и пол из полиэстера Oxford. Палатка для настоящих и походов. Прочные дюрапуловые дуги, дюрапул, пол из полиэстера Oxford. Водостойкость 4000 мм и улучшенная морозостойкость и ветроустойчивость. Количество мест 4. Цвет – зеленый. Материал внешнего тента – 100% полиэстер, пропитка ПУ. Водостойкость – 4000 мм. Проклеенные швы. Материал внутренней палатки – 100% дышащий полиэстер. Материал пола – 100% полиэстер 150 DX 106 тысяч. Материал дуги – дюрапул 8,5 мм. Простая и быстрая установка. Дно палатки из прочного полиэстера Oxford водостойкостью 6000 мм. Просторный тамбур с двумя входами. Внутренняя палатка из дышащего полиэстера. Москитная сетка на D-образном входе во внутреннюю палатку на полный размер двери. Каркас из композитных дуг Дюрапул. 4 вентиляционных окна. Внутренние карманы для мелочей. Возможность подвески фонаря в палатке. Боковая дверь тамбура закрывается молнией, спрятанной под внешним тентом. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.